сейчас дом. Я покажи ты, как я это все сделал. О, ты тут беседку сделал. Пытался сделать фонарь, который я украшу с ней обещал. Меня только не бейте. Но я не смог его сделать. Не судите строго. Давай на него маленько. Как хочешь попробовать сделать? Вот дашь мне потом, я хочу кое-что построить. Почему ты не достаешь? Да ладно, пофиг на него. На него мать тебе только долго будет. Эти стоит дом. Дом у нас будет чуть-чуть разноцветный. Видите, что все получается. Давай в три слоя дом сделаем. Хотя не в три слоя, слишком много. Дай мне потом, я хочу холодильник построить. Потом. Ты пока, да, вот хотя бы первый этаж сделай, а дальше там остальное все сделаем. Так. Там информация. Какие-нибудь механизмы поставим, которые мы в прошлой серии делали. Потом и комнату сделаем. Да, с картиной, с книжками. О, нет. Тут сделаем такой посветлее. А что, кстати, нормально. Будет как зебра. Ой. Кстати, я ракурс прикольно выбрал. Смотри, а то там иногда... Ну, она то светлее, то темнее. Ну, иногда просто плохо. Сейчас давай проверим. А, все, видишь, хорошо видно. Блин. На, пол там из шерсти сделай. Чтоб тепло было. Сюда, чтобы было тепло, только хорошую шерсть убирай. Красиво. Не забывай зимой ее, это дерево лаком покрывать. Ну, у нас уже... Ну, я думаю, пол, смотри, классно. Так, пол. Ой, пол. Криша, а хотя... Крышу-то потом сделаем. Пошли, да, я думаю, не будем даже такую треугольную делать. Просто сейчас сделаем. Нам же второй этаж нужен. Ой, сейчас, так, сейчас. О, типа, что-то светлее. Вот, давай возьму так и так. Такую шерсть будешь? Думаешь? Мне кажется, прикольно. Давай сегодня надо хоть первый этаж доделать. Ну, доделаем, не знаю. Просто я сегодня уезжаю. Он урод, его забирают, я его должен убить. А за что меня-то? Едешь. Сейчас все, проблема решена. О, блин, я тоже я зимой решаю, что за напасть такая. Но после зимы мы будем уже на разных компьютерах играть, по-моему. Да, Вовчик? Не знаю. Если мне купят. Будет прикольно, будет с ним играть. Это уже классно получается. Ты как в туалете сделал пол. На первый этаж, я думаю, будет кухня и ванная. Как столовая где будет? Ну, можно тоже найти как-нибудь. Тоже я думаю, на втором надо столовую делать. И спальню тоже на втором. Чтобы теплее было. Три этажа должно. Ну или два. Что натворил? Прикольно вообще. Блин, на 10% издалась все разряжена. Батарея на 10%. Ладно, блин. Что ты дверь еще не можешь сделать? Выйди туда просто. Ну сейчас. На 10%. Вот так играли объемненько. Я играл с вас 16, по-моему. Или около 16. Чего около 16? Оставалось 5%, по-моему. Ладно, сейчас здесь нормально. Это серия у нас минут около 20, я думаю. Будет. Да она не влезет. Дно. Я наверное на YouTube не влезет. По 12 минут будет наш максимум. 15. И тогда еще быстренько. Ну а как мы построим? Ну все, сейчас. Ну вот так будет нормально. Смотри, нормально здесь? Как в туалете, я тебе говорю. Почему как в туалете? Близко как в туалете. Чего я вообще не там? Вот такая близко как в туалете.
сходить в туалет, а бежишь, не успел. А чё, знаешь как? И оставь там. Всё, оставь там. Зачем? Давай хотя бы так за половину сделаем. Слева. Ой, блин, да я... Поаккуратнее, мать. Так, ну, всё вот хорошо. Так и вот эти. Вот так. Скажи, моего человека. Во, смотри. Прикольно, как шахматное поле. Так, вот так оставляем. Так, вот тут тоже сейчас желтенько сделаем. Когда мы уже все убираем? Обычную. Это даже без крыши, это же у нас первый этаж. Так, лестницу. Какую? Дерево? Стоп, сейчас будет. Так, какую? Деревянную? Дай к тебе сяду, чтобы ракурс лучше тебе. Сейчас потрясет, как я говорю. Он в розовеньком халатике. Вот так. Так, я думаю, обычную деревянную сделаем. Такое. И музончик сделаю еще потом. Что ты тортик здесь будешь делать? Уже другого цвета. Это все равно вот это. Блин. Это второй этаж, да? Будет. Это пол второго этажа и крыша первого. А я буду это делать тогда, оформлять уже дом. Там кровать. Ну, сейчас же первый этаж сделаем и все. И уже начнем. И хватит на сегодня. Не, давай еще сделаем. Сегодня это. Больше нет. То, что я сейчас уже буду собираться. Да ладно, пока твоя мама не придет, можно оформить что-то. Такая, Игорь, еще. И сейчас папа с Женей скоро приедут. Сколько времени? Еще 12 нет. Ну, еще 12 нет. Ну, они где-то через полчаса может приехать. Да, ну. Да. Женя, школа долго. Так его с уроков заберу. Давай, пока время есть, хоть через полчасика. Ну, я говорю, тоже надо поиграть. Пока вы будете. Ну, что я вчера вообще не играл. Зато ты другие дни сколько играл. Вот именно. Мало сегодня что-то сняли. Две сняли. Мало. Нормально. Ну, за все выходные две серии снять. Может, в воскресенье снимем. Вечером? Да. Ночью тогда уж. Почему ночью? Так ты вечером на приедешь. Вот именно. Тебе еще надо будет поесть. Будто я полчаса ем. С Каспером погулять. Будто я пойду гулять. Ты тебя заставят. Я и не пойду. Ну все, первый этаж. Так, вот тут будет. Ну, потом подъем сделаем. Так, давай меняемся местами. Че, давай быстренько пока сделаешь. Ну, куда ты там снимаешь? Ой, не знаю. Диски можно снимать. Выбери ракурс. Сейчас, подожди. Тряска, готовьтесь. Эх, все тряска закончена. Сейчас как-нибудь, а то ярко очень. Ярко, да? Да, ярко. Сейчас. Во, вот так вот. Вроде бы надо. Я думаю, надо хоть еще по одной серии снять. Ну вот одна. Это что? Так. Это у нас два кухни будет. Мне нужно жили. Подожди. Ярко. Сейчас выберу какую-нибудь. Все, вот кроме. Ну вот так вот. Вот такой дерево. А где железная дверь? Вот мне нужна железная дверь. Ну вот, зайди, где этот стол нарисован. Вон весь. Нет. Вон на этой. Вот, блин. И мне нужен. Подожди. Кнопочка мне нужна. Любая. А блин, стол зайди.
кнопочек. И, например, камень. Вот такой камень. Смотрите, как делается, как я вам обещала показать. Там холодильник. Холодильник, да. Ставится железная дверь. Чтоб тебя. А, тут надо с раздатчиком делать. Опа. Блин, что-то нафига получилось. Там моя рожа была видна? Не знаю. Как-то так. 11 минут. Это супер! Холодильник. Опа, открываем. Нам нужно вызвать хавчик. Например, вот так. Опа, 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 опа. 11 минут, 1 секунд. Что, давай дальше там чуть-чуть снимем хотя бы. Вот все, что у нас в версии есть. А вот что тут можно там делать. Видите, можно погоду изменять. Смотри, как я... Блин! Хавчик сломался. Заделали. И там пол заделай. Хавчики, 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 прихавчики. Ну, какой-то у нас прикольный холодильничек получился. 58, 59, 12. И отсюда нам должен падать хавчик. Ты на земную плиту тут поставь и проведи редстоун. Нага. 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 На... Это нага. Ну, чем так-то можно было поменять? Не, лучше к верхнему провести. Тогда все, тогда он к всем сигнал пойдет. Где и так должен? И так не пойдет. Да, не пойдет. Взял как? Опа. Зарячка. Это только к нижним работает. Да ладно, пусть. Все равно курочку, да. Теперь сделаем. Что мы сделаем-то? Поставим лампы на кухне. А забор где? А у тебя-то ничего не поставилось. Вабор, где мой вабор? Вабор. Вот вабор. Вабор, вот за. Вот вабор. Кадр. Вот вабор, еще что нужно. Вабор, что я хотел. Я хотел делать светильник. Вот разные такие поставим. Они одинаковые. Нет. Да. Для меня не все разные. Они разные, Игорь. Если ты слепой. И какого черта? А какого черта-то? А что они гаснут-то? Потому что я знаю. Да поставь ты этот маяк, я и все. Хотя посреди я... комнаты. Маяк-то что ставит тут только? Посреди комнаты вот так. Где два маяк? Сейчас найду. Ниже. Я просто не вижу где-то. Прям, да нет, можно без этого. Тупо на пол так посреди комнаты поставить и все. Ну, все, теперь хорошо освещает. Факела тогда все убери. А тут заделай. Из какой-то у тебя древесины, из такой. Ну, какая разница вообще. Ну, все равно все... Разноцветный дом. Да, у нас так разноцветный дом. Ну, это у нас так. Опа, взял курочку. Дурачка. Курочку поел, потом... Сломай там факела. Лишний. А у нас тут нет. Есть. Где? Во. Всё. Так, теперь мы чикен, делаем... Чикен-чикен-чикен. Чикен-чикен, ешь-ешь. Я тебя боюсь. 14 минут. Хватит нам? А, давай выключай, сейчас дальше. Ну все, давайте, всем пока.